Так, всем привет, дорогие друзья. Это первая моя запись, не считая пробных. Раньше вообще не записывал ни игры, ничего, так что недавно только разобрался, как работают эти программы, настроил микрофон, и вот сейчас решил, так сказать, записать Kingdom New Lands. Это четвертый остров. Зима. Фиг знает, какой день уже. Ну, кто цифры понимает. Вот такой, короче. Это уже за 50-й, по-моему, переваливает. Но, как видите, крестьяне все еще выращивают пшеницу. Как им это удается, непонятно. Ну, баги тут, это обычное дело. О, ворота закрыты, казначей ходят. Вот это тоже нормально, собственно говоря. Ну, важно то, что казначей выдает деньги теперь не бесконечно, хотя в свое время насыпал ему. Так уж и много, раз пять буквально. Ну, пока замок полностью не заполнится. Ну, потом он каждые сутки буквально начал выдавать мне бесконечно. Вон, тут уже накопилось лучников. Хреново куча. Вот так вот. Три лагеря у меня сейчас на карте. Как видите, делать было нечего. Я вырубил все деревья на карте. Построил все порталы. Некоторые из них между собой соединились. Непонятно каким образом. Понял, вот этот вот первый справа возвращает меня к самому правому кораблю. Три рыцаря здесь. Это потому, что одного убили в самом начале. Блин, так хотелось доказать одному человеку, который комментарий написал на одном очень хорошем канале, что четырех нельзя. Да, в нормальной игре это, по идее, как бы и нельзя. Но на этом острове у меня получилось. У меня залезли четыре рыцаря со своими отрядами, но одного в итоге вынесли, поэтому погрузить удалось только трех. Если получится когда-нибудь записать, то будет просто замечательно. Так, ну о чем я? Вообще я хотел показать именно вот зверские волны монстров, которые сейчас нападают в такой день. Это ж пипец, это ж надо так, чтобы, во-первых, дожить до такого, это, наверное, мало у кого удалось. Ну, по крайней мере, я не видел. Если вы видели, то напишите в комментариях. Сейчас тут вроде бы как, ну, они компактно просто сложились, спрятались за стену перед атакой, но так их тут, как вы видели, хреново куча. Штук 50, наверное, по меньшей мере. Бомжи тут уже, ну, денег, так сказать, вот только две фермы вырабатывают. В основном они тратятся для того, чтобы поднимать статую лучников. Вот.
хороший фермер, работает зимой. Молодец, одним словом. Так, этот уже... Так, а вот это вот... А, ну да, это ж недавно нанятые, так сказать. Вот, искорки я тут некоторое время улучшал. Статуи строителей. Так, ладно. Ну, это первая запись, в принципе, нормально. Ладно, ставьте лайки, дизлайки или еще что-нибудь. Так что... И пишите свои комментарии по этому поводу. Все, пока.